Всем привет, есть хорошие новости, все-таки капнуло. Капнуло, в принципе, немного, но я рад, потому что это вообще работает. Смысл в чем? В общем, искал много всякой инфы, нашел то, что нужно загружать уникальные торренты, где минимальное количество сидов. Ну вот, вчера я попытался, нашел какой-то там опытным путем, в принципе, файл, в котором вот есть отдача там как бы и все такое. Он мне за ночь раздал 43 гигабайта. Ну, я не отдал. В общем, самые интересные вещи в том, что у нас есть сиды, пиры и соотношение сиды к пирам. Как видите, вот тут вот у меня 0 сидов. Ну, это скорее всего линчеры, я так понял, которые в принципе на загрузке стоят и, видимо, где-то качают его. И, возможно, в скором будущем я буду тут не один сидер, который сдает этот вот файл, а ну там может 2-3, 150, не знаю. В общем-то, из-за этого вот мне упало там вот это количество монеток. Где мы тут обновляем? 610 это вот общий доход, ну не знаю, что это такое на самом деле, но у меня вот упал 198. А, опять же, от этого вот гадость, почему-то куда-то уходят монеты. Ну вот у меня там 0,9 ушло куда-то, ну хрен с ним, ладно. Также тут вот на ноде, по поводу ноды, ну ситуация была такая, что у меня не было 2 дня и компьютер работал. Тут у меня перепад напряжения, я так понял, был, компьютер перезагрузился, и у меня не было выставлена автозагрузка BitTorrent. Поэтому, соответственно, рейтинг упал, был там 7 с чем-то, сейчас 5,4. Ну, добавился такой параметр, как возраст хозяина, вот тут 20% добавилось, но, ну, соответственно, вот здесь убавилось. Там у меня было, по-моему, 7 из 10, сейчас 4 из 10. Загрузка в хранилище, ну, никакая, конечно, контрактов нету, ну, ничего, будем ждать, что-то, может быть, и сыпнет. Насчет вот этих всех торрентов, довольно-таки интересная штука, где искать, да везде, в принципе, чем уникальнее файл, тем больше за него оплата в BTT. У меня, видать, не очень уникальный файл, но все же капнуло хотя бы. Я вообще не надеялся, что это дальше будет работать. Как бы такое вот. Насчет всех уже знающих в этой теме скриптов там этот и все такое. У меня не запустился, потому что у меня компонентов Windows там что-то не хватает. И я попытался установить ноду. Она там долго муторно устанавливалась. В конце концов нормально не установилась. Батник не открывается. Ну, если поставить, по сути, его, ну, будет более продуктивно. Ну, вот видите, какая-то вот фигня. Это далеко не uTorrent, не BitTorrent. Он какая-то тут тоже libTorrent. Это, наверное, веб-клиент. Либо вот фейк, что-то какое-то непонятное. В общем, вот это вот, или вот тоже. Эти клиенты бы она бы блокировала. Ну, как бы, пока не мешает. Пока я не готов там сносить винду, менять все такое. Хотелось, в принципе, вот это могу сказать. Ну, всем спасибо тем, кто меня смотрит. Это очень приятно и неожиданно каждый раз. Спасибо за хорошие положительные эмоции.